Ученики 3 класса лицея номер 7 посетили увлекательную экскурсию по баскетбольному центру «Химки». Школьники прикоснулись к миру баскетбола и прогулялись по спортивному паркету. Мероприятие началось с осмотра экспозиции музея «Слава химкинского спорта». Здесь представлены фотографии и спортивная атрибутика. Мы рассказали о великих спортсменах. У нас есть специальный стенд, где размещены олимпийские чемпионы, чемпионы мира и так далее. Это не случайно, что город Химки называют городом спорта. Рассказали, какие у нас есть школы спортивные, секции, какие у нас есть спортивные сооружения. Школьники не только узнали много интересного, но и посетили тренировку баскетбольного клуба «Химки». Не обошлось и без памятных фотографий. Одному из ребят очень повезло. В честь дня рождения сделали снимок с главным тренером клуба Андреем Мальцевым. Пресс-атташе Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта номер 5 Екатерина Юшина выступила в роли экскурсовода. Она рассказала ребятам, когда появился центр и с чего начинался путь больших баскетбольных побед. В 2005 году была одна команда, сейчас их уже 6. Это уже не первое мероприятие, которое мы проводим. И больше всего нравится то, что у детей реально есть интерес и к баскетболу, и к спорту в целом. Мы рассказали детям о наших главных достижениях, познакомили их с историей. В завершении экскурсии занимательная викторина. Со слов организаторов мероприятия, Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта номер 5 продолжит знакомить юных химчан с историей спортивных достижений родного города. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.